Татьяне Кожеватовой вместе с другими орнитологами удалось найти и сфотографировать дикую птицу. Правда, для этого сначала пришлось пройти буквально вдоль всей речки Меликески. Было неожиданно. Все ждали, ну как всегда, да, ждали, и всегда неожиданно. Она взлетает, и мы все так, вау, там кто это, все руки трясутся, фотографируем. Ну, улетел. Снимков удалось сделать немного, поэтому Татьяна решила отправиться на поиски одна. Для маскировки взяла белую простыню. Гляжу, следы есть свежие. Ну, думаю, я буду здесь ее ждать, напротив этих следов. На другом берегу села, покрылась простынкой. Сижу. И вот, знаете, вот белый, вот небо посмотрела, белая точка. Приближается, да? И вот и солнце. И она вся вот светится. Вот серьезно, как будто вот ангел летит, вот я на тебя, и прям на меня. Но снимки удалось сделать только издалека. Птица краснокнижная, большая белая цапля. Этот вид был практически полностью истреблен человеком из-за красивых перьев, которые использовались в дамских нарядах. В наших краях цапля не обитает. Почему она стала зимовать здесь – загадка. Сейчас птица под наблюдением орнитологов. И в целях безопасности точное место обитания белые цапли не раскрывают. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.